have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет. И у нас сегодня здесь hide and seek, оно же прятки, но насколько я понял, что это prop hunt. То есть мы будем превращаться в какие-то предметы, так? Да. Да, и нас будут пытаться найти. В этой игре, в этом режиме я еще не был ни разу. Опять же, открываем для себя новые миры, поскольку они бесконечны, то почему бы не заглянуть в что-нибудь новенькое? У нас есть какие-то классические места, в которые мы возвращаемся заново и заново, а есть места, которые хочется посмотреть и показать вам сегодня как раз такой случай. Посмотрим, когда начнется раунд, мы с вами вернемся, потому что я не знаю, сколько времени ждать до начала, поэтому здесь пока что можно попаркурить. Давайте посмотрим, что на вершине. Я не взял то, что там была монетка на вершине. Я ее не взял. Я молодец, блин. Надо было дальше прыгнуть, что ли. Кстати, смотрите, здесь довольно-таки дальние прыжки. Я что-то не ожидал, что в Роблоксе это так работает. Или на этом серваке... Или на этом серваке увеличена дальность прыжка. Или я что-то все это время не знал про Роблокс. Ну, такое. Ладно, ребятушки, давайте вернемся к... Когда начнется раунд, к раунду. И тогда уже посмотрим, что тут да как. Итак, ребятушки, начинаем раунд. У нас сейчас выбирается кетчер, я так понимаю, да? Ну, блин. И ты кетчером будешь? Я кетчер. И все это будет происходить на военной базе. Окей. Я не хочу быть кетчером. Так, мне дали вот как раз бэджик первая игра. А я вас вижу через начальный экран, да. Ты видишь? Да, вижу. Ты знаешь, кто мы? Нет. Вы невидимы, но я видел, как вы появились. Как ты это видел? Надо запомнить местность карты, чтобы знать, где будет лишний объект. Так. Ну, мне кажется, как мне кажется, я спрятался, но я могу ошибаться. Хорошо. Тут можно посвистеть, повыделываться. 10 монеток для того, чтобы трансформироваться во что-то. 10 монеток, чтобы ускориться. Окей, теперь появился смысл в монетках. Хорошо, потому что вот у меня две монетки и... Блин, пока я разговаривал, меня нашли. А как вы узнали, что это я вообще так беспалевно стоял? Блин, прикинь, стоит такая гора ракет. Ну, в кого фига? Калашников! Да. Миночка, а можно наблюдать? Ну-ка. Да, можно наблюдать. Ну-ка, я за тобой понаблюдаю. Они не могли мне дать. От тебя Калашников убегает. Я не могу его ударить, когда я бегу, это нечестно. Чувак просто валит от тебя, офигеть! Наконец-то! Я смог ударить. Блин, ну не знаю, а почему меня так быстро нашли? Я тут, кажется, знаю, где кто может быть. Так, а за неправильные удары с тебя снимают... Одну жизнь. А у тебя? А у меня сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6 жизней, а было 8. Ага. Так. 4 пропа осталось. Ладно, 3. Я, кажется, подозреваю, где может быть еще один. Я даже не обратил внимания, кто другие пропы были. Я просто сам начал быстренько прятаться. Я тебе ничего сейчас не могу даже подсказать. Да и не буду. Вот бы ты мне дал подсказку, горячо-холодно. Я не знаю, потому что я не обратил внимания, кто были другие пропы. Блин, нечестно сделали, ты не можешь следить за пропами. Или можешь? Могу, конечно. Я что-то даже не подумал об этом, что я могу сейчас переключиться на пропа. Подсказка! Но они неплохо заныкались.
Так, следующего, кого мне нужно найти, это АК-47. Я должен... Я прямо на него смотрю сейчас. АК-47. Я прямо на него смотрю сейчас, но я, ты его не я видишь. Я понял, где он. Их двое в одном месте. Вот что я тебе подскажу. Найдешь одного, найдешь другого. Их двое в одном месте. Но ты их не найдешь. А где они? Дай подсказку, мало времени. Направо. Направо? Да. Дурак, что ли, ты налево пошел? Направо! Я тебе говорю, иди направо. Нет, блин, я пойду прямо. Молодец. Короче, подсказки тебе давать бесполезно, я так понимаю, да? Ты мне сказал направо, ты сказал, ты идешь налево. Я пошел я налево, сказал направо. Ну, и нет, ты пошел налево. Страшно, красава просто. Там был хаммер. В хаммере лежало два калашникова. Тут читерские места. Да. Читерские места меня вообще сделали грудой в ракет. Куда я мог заныкаться, блин? Ты мог измениться. Нет, у меня не было 10 монет. Ты мог в самом начале раунда трансформироваться, пока у тебя было время. А вот этого я не знал, кстати. Там же прям такая большая кнопка трансформироваться. Ну блин, я первый раз играю, камон. Ну я не хочу быть хантером, ну пожалуйста. Я хантером буду. Ты все. Хантер. И мы в милом доме играем. Я, кажется, знаю, кем я спрячусь. Global chat off, team chat on, хорошо, 9 пропов. Я пошел искать. Кем я могу стать? Так, ну что-то я увидел. Наверное. Нет, не увидел. Блин. Ну я проиграю, я плохо ищу. Наверное. Я пытаюсь сейчас запомнить. То, что я сейчас вижу, это оригинальное расположение дома, да? Да. Да, хорошо. Значит, тут два яблока, тут одно яблоко, тут телефон, планшет, одно яблоко, тут раз, два, три, четыре подушки, раз, два, три подушки, два кроссовка, три тарелки, две кружки. Ну, давай, поехали, посмотрим. От меня сразу начал этот чемодан убегать, блин, бульбашками. Хорошая идея. Так, хорошо, я кого-то закетчил уже. Чувак просто всех подряд лупит. О, кого-то еще нашли. Я слежу за тобой. Тебя что, грохнули уже? Нет. Я могу следить, пока я спрячусь. Да? Да. Ха. Я могу сказать то, что я далеко от тебя. Я далеко за горизонтом. Так, 4 подушки, 3 подушки, газеты. Тут никого нет. Ха-ха-ха. Блин. Я подумал, что я угадал. А я не угадал. Тут нету никого. Откуда я знаю, говоришь ты правду или нет? У чуваки вон в GTA играли, как я да могу блин. Им верить? Че, тебя убили? Меня убили. Тут я был в таком блин. Классном месте. Я был с витком на улице в этом углу. Вот, видите? Как вы отгадываете? Я вообще офигеваю. Вот, я был именно в этом углу, где ты только что стоял. Ты был тут с витком? Да, вот так. Так, ванночка. Надо было удочкой в ванне спрятаться. Двух удочек не бывает. Все знают, что не бывает две уточки в ванной. Тулбокс, я понял. Думаю, очевидно, где может быть тулбокс. Да вот же он, ну... По коробке ударил. Да не, я не по коробке бью, там вот... сверху. Вот. Видно же было, что он шевелился. Я стою прямо на него, навожу. Как-то я по коробке ударил. Минуточку. А сфига ли тут Жигуль стоит? Это вообще кто этот режим делал? Вот когда будет около 30... А, да. 24-й регион. Ребят, кстати, что это за регион, кто оттуда, я не знаю, мы просто реально не в России, но, насколько я знаю, вот эта циферка вторая, она вроде как обозначает регион. Давайте рассказывайте. Так, остался один проб. Он зеленый. Ого. Вот подсказка, зеленый. Все, я понял, ищу. Он GTA? Он подушка? Он любит воду. Зеленый любит воду. И растет от нее. Вот этот?
На улице. На улице, понял. С тобой точно сейчас 20 секунд. Я хотел сказать подсказку. Вот, на улице. Вода за цветком. Че, убегать начнет? Нет, не за этим. Вот. Видишь воду там? Ага. Это он. Все, есть. Нет, ну, нет, ты не... Блин, это сейчас было... В смысле? Ты мне говоришь, он зеленый. Он воду любит. Оказывается, я думал, что это растение. Я пошел искать растение. Оказывается, это вода, которая вообще не зеленая, которая не любит воду, которая является водой. Что это за подсказки, блин, такие? Я тебе сказал подсказку. То, что было рядом. Я полностью сказал подсказку. Тогда говори, это находится рядом с этим, там, то-то, сё-то. Ищи, а то он зеленый. Я пошел искать зеленую вещь, потому что ты говоришь, он зеленый. Это что было сейчас вообще? Ай, ладно. Не, ну и на том спасибо, выиграли, то хорошо. Да. Хорошо. Ну не надо меня делать. Прячемся. Спасибо. Прячемся. Пошел так, минуточку, как парк. Можно поменять? Я, кажется, знаю очень классное место. Нужно просто немножко вставить. Можно... Да, можно. Я читер! Да? Да, тут можно включить колесо на капслок. И таким образом можно очень хорошо спрятаться. Ну, я вроде как, мне кажется, я неплохо заныкался. Я очень неплохо заныкался, только нужно немножко отойти вправо и сделать... Уйди от меня, чувак! Просто уйди от меня нафиг! Ты же понимаешь, что ты палишься, но ты чё? Я думаю, то, что я сделал очень... Я палюсь! Сильно! Мне не нравится моё место. Не трожь меня. Так, кем бы я мог... Да копи! Кого же фига? Он прямо ко мне подошел напрямую и сразу же меня ударил. Вокруг стояло два точно таких же динозавра. Стоял динозавр, который вообще очень сильно палился по месту, валялся череп. Но чувак подходит ко мне и прямо меня лупит сразу же. Ну как так-то? Нет, ну это сейчас был бред, конечно. Ну вы чё? Ты видишь меня? Я сейчас хочу за тобой... Вон, да, чё ты палишь? Нормально. Вы там ещё и вдвоём, ты офигел! У меня просто было очень плохое место, я заметил то, что почти нифига нигде ничего не было. Человек просто два раза ударил и тебя, и спалил, и другого. Вот гляньте, вот этот вот, вот он стоит вообще дико, он очень сильно выделяется. Я стоял вместе с этими, как будто мы стая. Все знают, что маленький динозавр охотится стаей. Я стоял с ними, спалили меня. Валяется череп прямо на вот этой, на этой белой доске. Это же совсем не подозрительно. Стоит динозавр, который выделяется из экспозиции. Так, совсем не подозрительно. По сути, это не очень подозрительно. Это офигеть как подозрительно. Ты посмотри, это табличка, на которой написано про тиранозавра. Да. Кого фига на этой табличке что-то будет лежать? Но при всем этом, при таких вот очевидных косяках, которые здесь есть, спалили почему-то именно меня. Глянь! Вот, наконец-то он к нему подошел. Ай. Вот этого, да-да-да, вот! О, он побежал! Динозавры сбегают! Как этот полицейский не заметил? Ну, потому что они, я не знаю, они дебилы. Вот, он все, он же к нему идет. Ага. Слушай, видишь ту кость? Можно взять и попробовать стать черепом на той кости. Нет, ну, ребят, не знаю, как-то это было сейчас немножечко криво. Ну, как он подошел прямо ко мне и прям такой хоп, ну, блин, не знаю. Я надеюсь, я не буду искать. Попахивает читерством? Ладно, ладно, нет, я не буду говорить, что чувак читер, чуваку просто повезло, но это было просто сейчас настолько нелогично то, что произошло. Прямо что аж печально. Ладно, интермиссия. Посмотрим. Ну, мы, ну, как бы у меня сейчас шанс стать искателем 5%, поэтому, скорее всего, сейчас буду пропом. У меня 10. Я не хочу быть искателем. Ну, пожалуйста, не надо, не надо. Фух, повезло. Так, о, милый дом. Блин. Так, кем я могу стать? Я знаю, кем я буду. Я тоже знаю, кем я буду.
пожалуйста, лишь бы ты мог сюда залезть. В смысле, нет? Ну как у... Нужно просто туда пропаркурить. Так не годится. Как? Я очень сильно вписываюсь. Очень сильно. Я просто... У меня такое классное... И у чувака на полке стоит модель этой же... этой же Лады, короче. То есть у чувака есть эта машина, и у него на полке стоит модель этой же машины. Блин, офигеть, пожалуйста, пожалуйста, без палева, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Я тебя вижу. Вот да молчи! Есть. Просто молчи! Я очень... Ой, блин, тут кто-то побежал. Я очень плохо выбрал маскировку. Но с другой стороны, если судить по логике, кто плохо выбрал маскировку... В прошлый раз я очень хорошо ее выбрал, и меня спалили первым. Поэтому идите нафиг сейчас. Слушай, последи за мной в слежении. Ты бы просто видел мое место. Где? Вот, это я. Ты издеваешься? Там очень рядом, близко со мной полицейский стоял. Он прям проверил все, но настолько сильно повезло. Он ударил по мне, а попал по ящику ниже. И он думал, то, что это да, кстати, с попаданиями тут вообще какая-то беда творится. То есть режимчик прикольный, но с попаданиями здесь прям шляпа полнейшая. Потому что ты бьешь в одно, а оказывается, что ты, блин, ты попал вообще в другую часть комнаты, и тебе засчитали типа минус жизнь. Какого фига? Слушай, ты немножко... Не вписываешься. Я офигеть как не вписываюсь, вот что я тебе скажу. Но я то, что заметил, что нелогичные вещи здесь очень логично работают, поэтому... Вообще, когда я понял то, что можно залезть на этот ящик, я очень сильно так подофигел. Это... Чувак, ты видел? Ты видел это? Он такой подошел, ударил меня и сдох! Он попал под цветку за стеной! В смысле, парень не понимает то, что этот ящик, блин, на кухне делает? Блин, а я думал, мне уже все кирдык. Чувак такой подходит, лупит меня и подыхает. Это как вообще сейчас было? Тут можно делать коробка с инструментами на кухне, ну, пацаны, ну чувак любит за после завтрака починить что-нибудь, ну чё он такой берет, не открутить ли мне трубу? И вот, такой, наконец-то они его нашли, теперь убейте эту кружку рядом с цветком. Что можно делать кружка кофе рядом с цветком? Так, 20 секунд, просто уйдите от меня, не трогайте, я хочу победить как проб, пожалуйста. Ну я точно победю, меня не найдут. Они уже использовали подсказку, где был лутбокс, и они нашли моего брата. Уйди! Уйди, чашка сраная! Это вообще законно! Ты видел, где он был? Я вижу! Я выиграл. А-а-а-та-та-та-та-та! Хайдеры победили. Да! А ты говоришь, я очень сильно не вписываюсь. Да, блин, я очень сильно не вписываюсь, поэтому я выиграл. Короче, вот, ребят. То, что логично, не всегда очевидно. И наоборот. Ладно. На этом сегодня все, ребятушки. Хорошо. Спасибо, что были с нами. Всем до встречи в следующих выпусках «Бесконечных мирах Роблокса». Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.